Чтобы подготовить детей к этим соревнованиям, сенсей Арсен Курбаналиев, обладатель 4-го дана, специально посетил знаменитый монастырь Шаолинь в Китае, где ознакомился с методом подготовки спортсменов. На первенство Краснодарского края съехались лучшие бойцы из Тимашевска, Кореновска, Белореченска, Новороссийска, Геленджика и Лабинска. Наш город представляли 6 ребят из клуба «Южный Будакан». Результат не заставил себя ждать. Все бойцы в категории 12-13 лет стали призерами этих престижных соревнований. 6 спортсменов завоевали 3 золота и 3 серебра и заняли 3-е общекомандное место. Наша команда еще молодая в этом направлении. Мы занимаемся только всего лишь полгода. Результаты у нас такие хорошие, потому что мы уже работали в смешанных единоборствах. Мы чемпионы края по кабудо. Мы выступаем по тайскому боксу, по кикбоксингу. И как бы результаты, все ребята уже у нас чемпионы, просто немножко по другим направлениям. Я считаю, через года 4 наши ребята уже вполне могут представлять Россию на чемпионате в Гонконге. Ушу Саньда отличается от других видов единоборств сочетанием ударной техники и бросков, напоминает кикбоксинг с бросками. Лучшим бойцом краевых соревнований признан анапчанин Критарий Дмитрий. Он показал хорошую технику с мгновенной реакцией на действия противника. Дима учится в 6-м классе гимназии Эврика. В клубе «Южный Будакан» занимается 7 лет. На татами он самый смелый, а в целом очень скромный. Я выступал на чемпионате Европы и мира во Франции. На чемпионате мира я стал 3-м, и на Европе я стал 3-м. Он поскромничал, потому что на чемпионате мира в Париже он стал 1-м. Uh-huh. А там несколько разделов есть. В одном разделе он стал 3-м, а в другом как бы он стал 1-м. Именно его умение работать на тренировку в полную силу – это один из принципов кунг-фу. На каждой тренировке нужно становиться лучше во всех направлениях – в растяжке, в технике. И вот Дима, он пример всем остальным детям. То есть он работает на все 100. Даже кто не приходит на тренировки, говорит, вот это настоящий, то есть боец. Сейчас юные спортсмены готовятся к первенству Юга России, который будет проходить в Приморско-Ахтарске. Туда приедут сильные команды из Волгограда и Адыгеи. Это как бы наши основные конкуренты. Если же ребята выиграют, они поедут на чемпионат России. Если же на чемпионате России, я думаю, финал Чивкин Семен у нас очень сильный боец. Он дерется даже на категорию выше всегда, то есть своей весовой категории и на 5 килограмм выше, то тогда его уже ждет чемпионат Европы. В сборную края по ушу Саньда вошли пока 4 воспитанника клуба, но перспективы у юных спортсменов отличные. По комбат-самообороне и другим смешанным единоборствам воспитанники клуба «Южный Будакан» не раз становились призерами мировых чемпионатов. Вадим Родин, Лариса Басова, Максим Лагоша, Анапа регион.